Это вот Кутузову здесь памятник, вот это место. Сейчас я его засниму. У тебя там есть фото? У меня памяти нет, фото отсюда фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, руководитель войсками в сражении при Бородине 26 августа 1812 года. Что, Сань, здесь французы были, да? Да, здесь были. Были, да? Были здесь, вот французы здесь были. Вот там тоже войны шли, вот поля вон те, тоже много крови полегло. Да? Пролилось людей, да. Там есть такие, знаешь, сады русские. Доставай.